Добрый день, меня зовут Роман Протасевич. Вчера я был задержан сотрудниками МВД в Национальном аэропорту Минск. Сейчас я нахожусь в СИЗО номер 1 города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами, у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске. Я думаю, что его заставили. Это его не его слова, не его интонация речи. Ведет себя он очень скованно, он очень нервничает, это видно. Предположительно, скорее всего, у него сломан нос. Потому что несколько изменена форма носа и видно большие следы пудры на передней части носа. У него левая сторона вся запудрена. Вот. И немножечко даже есть припухлость на левой стороне. Даже, ну, извините за подробную, не его пачка сигарет лежит, он не курит такие сигареты. Вот. Так что я думаю, что, скорее всего, его заставили это. Тем более давать признательные показания в организации массовых беспорядков МОСИН не может. Потому что он их просто не совершал. То, что он пошел на сделку со следствием, навряд ли он это сделал. Скорее всего, просто заставили вынуждены записать это обращение. Тем более мы не можем понять... Мы не можем сказать точно, во сколько это сообщение было записано и насколько оно соответствует действительности.